Приветствую всех на канале Есть Поесть. И сегодняшний мой рецепт для тех, кто любит эксперименты на кухне. Готовлю варенье, которое с уверенностью можно назвать десертом, из тыквы и яблок. Но не просто так, а с добавлением шоколадно-мятной нотки. И кое-чего еще. Обязательно приготовьте, это очень вкусно. Не забудьте поставить лайк и обязательно напишите в комментариях, пробовали ли вы такое варенье и заинтересовал ли вас этот рецепт. А список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Беру кусочки очищенной тыквы и режу небольшими кубиками. Друзья, те, кто уже подписан на канал, обращаюсь к вам за помощью. В связи с проблемами, возникшими на канале Есть Поесть, пожалуйста, сначала отпишитесь от канала и тут же сразу подпишитесь вновь. Благодарю за поддержку. И возвращаясь к рецепту, такими же кубиками, можно чуть покрупнее, режу очищенные яблоки. Складываю яблоки и тыкву в одну емкость, добавляю сахар, встряхну кастрюлю для равномерного распределения и оставлю на 1,5-2 часа. В течение этого времени я один раз все перемешала. Спустя отведенное время посмотрите, сахар практически растворился, выделился сок. Еще раз все перемешаю и отправлю на умеренный огонь. Помешивая, доведу до такого хорошего кипения и прокипячу минуту. После этого отключу газ, накрою крышкой и оставлю часов на 5-6, можно на дольше. По истечении этого времени, посмотрите, варенье уже становится янтарным. Оно слегка загустело, кусочки яблок стали прозрачными. Далее добавляю сюда 2 столовые ложки шоколадного ликера. Подойдет любой ликер или даже коньяк или ром. И сюда же отправляются 2 небольшие веточки мяты. Мяту утапливаю и довожу до кипения, периодически помешивая. Отмечу, что в итоге варенье должно кипеть интенсивно, таким образом кипячу его еще 2 минуты. После этого накрою крышкой и оставлю еще на 5-6 часов. У меня так получается, что я оставляю на ночь. Ну вот, посмотрите, спустя время варенье становится еще более тягучим. Извлекаю из него веточки мяты. В принципе, можно довести варенье еще раз до кипения, дать покипеть ему 3 минуты и закрутить по баночкам. Но я продолжу следующим образом. Беру обычный порошок какао и забираю из варенья столько сиропа, чтобы легко можно было его размешать. Ну вот, пожалуй, достаточно. Размешиваю до исчезновения комочков. В итоге получается такая однородная масса и выливаю ее в варенье. Затем все хорошенько размешиваю, только аккуратно, чтобы не помять кусочки. Даю закипеть, варю еще 3 минуты, периодически помешивая. Затем прямо в кипящем виде раскладываю по банкам. Банки предварительно нужно хорошо помыть и простерилизовать. Накрываю крышками, которые я подержала в кипятке, и плотно закупориваю. Укутываю и даю остыть. Из данного количества продуктов у меня получился 1 литр варенья. Варенье получается очень густым, безумно ароматным. Это не просто варенье, а настоящий десерт, который можно кушать просто с чаем. Яблочко практически все расходится, создавая консистенцию. Но, конечно, кусочки частично сохраняются. А вот тыква становится похожа на цукаты. Такая плотная, но при этом мягкая. И, конечно, по вкусу совсем непонятно, что это именно тыква. Также в это варенье можно добавить цедру апельсина или лимона, или сок этих цитрусовых, пару-тройку столовых ложек. Особенно, если вы берете яблоки сладких сортов. Ну что ж, друзья, смотрите на канале не менее интересный рецепт конфитюра из винограда. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.